Во всем виноват Акимат. Замечали, как часто можно встретить эту фразу в комментариях после любой публикации в городских пабликах? Последняя из таких публикаций заинтересовала меня больше всего. И вот мы задались простым вопросом, а насколько действительно виноват Акимат? И мы с вами разберем на примере трех детских площадок. Я сам родился и вырос в частном секторе, и в Шанхае подобных площадок не было никогда. Это сами жители организовались и соорудили для своих детей вот такую зону. На площадке очень уютно, и мы не будем разбирать технические составляющие. Единственное, карусель не пережила все-таки детей, но в основном площадка целая. И здесь, мне кажется, очень простая причина. В частном секторе все друг друга знают, и просто людей, которые сюда зашли случайно, здесь крайне мало. Радует то, что городские власти пообещали установить здесь лежачий полицейский для безопасности. Надеюсь, вскоре он здесь все-таки появится. А мы с вами отправляемся дальше. Мы на МЖК. Это именно та площадка, о которой недавно дискутировали активно в Инстаграме. Единственное, что можно хоть как-то сформулировать претензию городским властям, это то, что необходимо пересмотреть требования именно к поставщикам услуг. Покрытие очень быстро пришло в негодность, но это все на самом деле мелочи и больше похоже на какие-то придирки. Действительно, проблема — это то, как эксплуатируются эти площадки. Удивительно, как необходимо эксплуатировать детские аттракционы, чтобы сломать такую толстую сталь. Здесь поможет только установка камер и серьезные штрафы. Кстати, интересный факт. Карусель, видно, в Рудном просто не приживается, не принимает руднинская земля эти ваши карусели. В частном секторе мы посмотрели с вами, что могут сделать люди своими силами. В МЖК мы с вами посмотрели, что может сделать город. А сейчас мы с вами приехали в двадцатку, чтобы увидеть, что может сделать предприниматель просто по своей инициативе. Площадка новая, делать какие-то выводы еще на самом деле рано, но уже сейчас заметно, что покрытие намного толще. И в принципе аттракционные качели намного качественнее, в силовых элементах металл намного толще. Я хочу донести для вас самую простую и главную мысль. Город не виноват в том, что ему приходится закупать такие детские площадки. Так устроена система государственных закупок. Выигрывает тот, кто предложил наименьшую стоимость. Здесь мы видим, что когда у предпринимателя есть возможность самому выбирать, он может поставить действительно что-то хорошее. Но мы должны помнить самую простую мысль о том, что в принципе, детские аттракционы не были бы сломаны, если бы они правильно эксплуатировались. И поэтому здесь в скором времени будет обязательно установлена видеокамера. И наша такая небольшая рекомендация – видеокамер должно быть больше для нашей безопасности и для того, чтобы детские площадки пережили хотя бы несколько сезонов. И возвращаясь к вопросу, который мы задали в самом начале, а действительно ли так виноват Акимат, как мы об этом любим болтать в комментариях. Не будьте такими злыми. Мне кажется, надо просто вырасти и наконец-то начать брать ответственность немножко на себя. Всем спасибо.